Всем привет. Всем привет. Я решила снять трансляцию. Почему так поздно? Потому что я только недавно пришла из магазинов, потому что мы очень много ездили и все покупали. Все. Шучу, не все. Кто хочет, чтобы я показала, что мы купили, то пишите плюс. Сколько у вас времени? У нас 23:49. Плюс. Когда будет 5 плюсов, то тогда я покажу. 3 плюса. 4, 5. Все, я показываю. Ну ладно. Мне мало зарядки на телефоне, но так уж быть. Вы где? В Киеве, да. Первое, то, что мы купили, это в Икее, это вот эта подушка. Да, я знаю. Кому нравится эта вещь, то пишите плюс. Вот. Я ее уже положила на кровать. Это ваша квартира, да? Вот видите, это моя кровать. А там Аня кровать. А это наша комната. Вот, видите? Наша комната. Плюс. Всем нравится? Окей. Кому не нравится, пишите минус. Ну, кому именно не нравится. А кому нравится, то ничего не пишите. Так, второе, то, что мы купили в Ашане вот этот мяч. Так, подождите, где картинка? Мы с Аней в одной комнате, да. Но Ани сейчас дома нет, потому что она уже уехала. Вот такой вот мячик, он легкий. Какой у тебя телефон? У меня iPhone 5s. Так, дальше. Что мы еще купили в Ашане? Еще в Ашане мы купили вот такой вот шкаф. Здесь три отдела. И вы, наверное, это видите. Вот столько у него помещается. И его можно разъединять, и чтобы он был одноэтажный. Фокус-фокус, тролля. Так. Очень, кстати, красивая комната. Спасибо. Привет, привет. Так, дальше, что мы еще купили? Также я купила себе вот такой набор сладостей. Здесь одна пачка M&M's, три мини-сникерс, четыре Milky Way и четыре Twix. Потом, чтобы разъединять пальцы, когда красишь ногти, потому что она мне была очень нужна. Так, давайте я быстро, потому что у меня мало зарядки, а потом я поставлю телефон на зарядку. Трубочки, 150 штук. И все остальное, это канцелярия, это вот такая точилка, очень милая. Потом очень милый корректор, или как он называется, я забыла. И два клея, один зеленый, он, сам клей тоже зеленый, и розовый, вот. Вот видите, там розовенькая. И также я купила набор для кукол, но он не очень интересный. Но я его показала, то пишите плюс. Потому что я сегодня очень добрая, могу показать. Где купила? Вот это все, вся канцелярия я купила в Ашане. Трубочки я купила в Ашане. Разъединялки тоже купила в Ашане. Плюс, все хотят, окей. Это я тоже купила в Ашане. Ну, короче, я все купила в Ашане, кроме порошка. Так, и также я... Вот этот набор, я его купила в Икее, мы его заказали, я его очень долго ждала. Так, подождите. Ваш они дешево или дорого? Ну, дешево, по идее. Ну, кажется, да, я не знаю, меняли его потом. Так, первое, что там было, это такой коврик. Вот. Дальше. Что еще? Что есть еще? Я забыла. Так, сейчас. Потом вот такая подушечка для кукол. Потом стул. Стол. Ничего особенного. Потом диван. У него вот эта штучка снимается. Там он обычно пластиковый розовый. И вот такой вот стеллаж. Вот. И сейчас я покажу, как его еще можно ставить. Так, почему никто не пишет? Для Барби? Я не собираю Барби. Мне это для Monster High. Ну, это для кукол. Куклы. Сколько тебе лет? Зачем тебе он? Ты еще играешь в куклы, я их коллекционирую, и поэтому мне нужен этот был набор, чтобы кое-что с ним делать. Но что я не скажу. Так, и здесь были всякие картонки. Картонки. Здесь было три зеркала. Первое зеркало вот такое вот. Нет, мы ее сняли, потому что мы переехали в Киев. Вот таких вот три зеркала есть.
Такое большое, есть среднее и маленькое. Потом есть два окна. Большие огромные часы. Книги. Так. Дальше вот такой вот попугайчик. Вся мебель здесь уже была, да. Это такой набор большой. Прикольно. Спасибо. Так, подождите. Почему это сломалось? Мне это не нравится. Потом вот такая тарелка с фруктами. Мне больше нравится в Украине. Вся мебель в квартире. Что значит? Вот это все для кукол. И вот такой вот фонарик. Фонарик. Нет, они не вдвоем в Минск поехали. Почему вдвоем? Они группа Open Kids. Они поехали с Юлей, с Аней и... С Юлей, с Аней, Лерой. Так, теперь я должна это убрать. У меня все упало. А где Лера? Где Лера? Лера поехала в Москву. Сейчас, секунду, я должна кое-что взять. Я здесь. Да, когда мы приехали в эту квартиру, здесь вся мебель уже была. Это если бы ее не было, ну, когда ты снимаешь квартиру, хозяин квартиры, он всегда оставляет мебель. А когда ты покупаешь квартиру, ну, как бы покупаешь, и она теперь твоя, то тогда там не идет мебель, ты должен сам все покупать. Сколько тебе лет? 9. Голубые сердечки. Почему никто не ставит голубые, ой, сердечки? Оранжевые, зеленые, темно-зеленые, голубые, розовые, оранжевые, фиолетовые. Я не успеваю. Желтые, оранжевые. Вы снимаете или купили квартиру? Ну, мы сняли квартиру, как бы. Как бы. Мы ее не покупали. Если бы мы покупали, то тогда бы этот дом был новый, там только доделались квартиры, и мы бы купили. Но мы на самом деле сняли. У меня голубые сидеть, круто. Красивая очень квартира, вы даже не видели ее. Но я когда-нибудь в одной трансляции, я вам покажу всю квартиру. Почему не открывается? Почему? О, боже мой, как здесь всего много. Красивая кофта. Это пижама. С кем из девочек ближе живете? Ближе всего мы живем к Лере. Вот здесь идет M&M's. 4 маленьких Milky Way. 3 маленьких Сникерса. И 4 вот таких вот. Не знаю, с чем они? 4 Твикс. И сейчас я посмотрю, потому что какая-то у них странная. Ну, упаковка очень странная, потому что они здесь так запакованы, посмотрите. Прикол. Как это открыть? Да, смотрел, но мне он вообще не нравится. Так. Я хочу посмотреть, какой у меня цвет будет. Знаешь, уже украинский нет. Давайте, как вы думаете, какой я сейчас цвет вытяну? Значит, выбирайте зеленый, голубой, оранжевый, желтый или красный. Значит, оранжевый, желтый, красный, зеленый, голубой или коричневый. Красный, желтый. Не повторяемся. Значит, красный, желтый, зеленый. Нет. Значит, ладно. Все, стоп. Стоп. Какой я сейчас вытяну? Был зеленый, красный, желтый и голубой. Сейчас, вот, я не сварю, я на вас смотрю. Вот у меня наверху. Где Аня? Аня уехала. И мне попался желтый. Кто написал желтый? Кто написал желтый? Я. Значит, что я сделаю? Так, напиши свое имя и фамилию, я тебе передам привет. Не переживайте, сейчас еще будет такой конкурс.
Нет, кто-то один писал. Напиши свое имя и фамилию, я тебе передам привет. Передай привет Соне Потрошковой. Так, теперь еще раз. Голубой, зеленый, коричневый, желтый, оранжевый, красный. Голубой, красный, оранжевый и зеленый. Все, стоп. Голубой, красный, оранжевый, зеленый. Зеленый. Кто писал зеленый? Еще такая прикольная форма, посмотрите. Я. Напиши свое имя и фамилию. Кто написал зеленый? Передаю привет Милене Моисеевой. Вот. Выговорила. Еле-еле. Смотрите. Какой он маленький. Здесь один коричневый, и он очень маленький. Еще нет. Давайте что-нибудь другое такое. Так, давайте. Смотрите, раз у меня много конфет. Milky Way, Snickers и Twix. Значит, сейчас за сколько ты купил? Ну, где-то 50 гривен, это 150 рублей, 55. Сейчас, смотрите, я беру вот это и кладу сюда. Значит, как вы думаете, напишите по-русски, что мне попадется? Milky Way, Snickers или Твикс? Пишите сейчас, и кто отгадает, тому я передаю привет. Не повторяться. Milky Way, Snickers, Твика. Все, Milky Way, Snickers и Твикс. Все, больше не писать. Ладно. Как вы писали? Так, значит, Milky Way, Snickers и Твикс. Буду передавать нескольким людям привет. Только реально, не это. Только не врите, ладно? Ну, просто... Ладно. Так, значит, вот я просовываю туда руку. И мне попался Милки Вей. Кто написал Милки Вей? Передаю привет Насте Игошиной. Передаю привет Полине Ермиловой. Вот, успела. Передаю привет. Маргарита угадала. Не, некоторые писали. Передаю привет Саше Моисеевой. Моисеевой. Ой, я выговорила и выучила. Еще раз. Давайте еще раз. Мелкий вестник. Передаю привет Маше Герула. Давайте, Milky Way, Twix и Snickers. Гахвалю. Все пишут Twix и Snickers. А Milky Way. Вдруг он у меня попадется. Вот, попался Сникерс. Ой. Сникерс. Передаю привет Даяне Байдюк. Передаю привет Ладе Зуб. Передаю привет Илоне. Передаю привет Кристине. Передаю привет Татьяне Афанасьевой. Передаю привет Вике Вдовенко.
Передаю привет Гульбаре или кому-то там. Я здесь. Я снова с вами. Я хочу что-нибудь съесть. Покажи комнату Ани. Это наша общая комната. Вот. Здесь. Моя любимая подушка, моя кровать. Здесь мой комод. Там очень много моих Monster High. Там много всего. Здесь шторки, там мой... Ой, наш стол. Это весь мой шкаф. И это Аня на кровати, это наш комод. Вот здесь все мое, там все Анна. И там всякие полочки со всякой косметикой. Здесь просто игрушки, просто не обращайте на них внимания. Там все валяется. Покажи пока свою собаку. Нет, я не буду показывать свою собаку. У Ани Винкс, да. У меня Барби. Зато у меня есть эта замечательная подушка. Давайте вы будете задавать вопросы, и я на них буду отвечать. Только давайте не тупые вопросы. И я буду на отвечать. Давайте, пишите. Какой цвет тебе нравится? Их очень много. Мой ответ их очень много, потому что их реально. Будешь ходить в Open Art? Я уже ходила в Open Art. Сейчас он уже закрыт, он откроется в середине августа. И да, я в него буду продолжать ходить. Рада то, что я поехала в Киев. Да, я рада. Слышала ли ты... Нет, я не была. То есть вы когда? Где Аня? Аня в Москве. Не знаю. Давайте, задавайте. Ха-ха-ха, вкусно. Не слышала. Невкусный твикс. Не знаю. Давайте вы будете спрашивать вопрос не про меня, не про Аню. Я не знаю много про Аню. И это моя трансляция, не Аня, да, ребята? Блин, меня плохо видно. Плохое освещение. Я ответила то, что я не знаю, сколько у них страниц. Давайте вы будете спрашивать вопрос не про меня, не про Open Kids, не про Аню. Давайте. А про что? Про меня. Ну, как бы, да. Не про них. Привет, привет. Сколько лет? 9. Ой-ой-ой. Шучу, меня не больно. Да, можно. Смотрите. Кто-то меня просил, чтобы я еще раз это показала. Ты не отвечаешь. Окей, я буду отвечать, потому что я не успеваю. Нет, я не езжу на концерт с Open Kids. А конкурс еще будет? А конкурс еще идет? Нет, он уже не идет. Он уже кончился. У тебя есть iPhone? Да, у меня iPhone 5S. Не знаю, вряд ли. Поедем. Ты хочешь в Китай? В Китай я не хочу. Нет, я хочу в Китай. Но... Ну да, хочу. Все-таки хочу. Какой стиль я предпочитаю? Не знаю. Но я могу сказать то, что я люблю одеваться, чтобы все подходило по цвету. Чтобы... Там у меня, например, розовая футболка, например, чтобы, например, были какие-нибудь штаны, ой, джинсы там обычные, там, может быть, черные. И чтобы было еще что-то розовое, например, обувь и также, например, розовая или черная сумка. Почему не даешь номер? Потому что мне будут все звонить и выставят в какой-нибудь группе,
типа номера Яны Музафаровой. Давай, дай свой номер. Побежала. Кто будет меня это спрашивать, то тогда давай в друзья, все такое, то тогда я буду блокировать людей. Передаю привет Алене Тяглой. Не знаю, видела ли. Вряд ли. Очень красивый футболка. Спасибо, на это пижама. Ты нет, я не родилась в Украине. Спасибо. Я родилась в Челябинске. Невкусные шоколадки. Нет, вкусные. Но невкусные. Почему никто не задает? Как попала в Украину? Как? Аня попала в группу Open Kids. Нам пришлось переезжать. Вот мы здесь. Украина. Как зовут маму? Елена. Ты похожа на Аню. Спасибо. Нету вопросов. Мама спит? Нет. Да, рада. Подождите, я нужно кое-что посмотреть. Там занято. В каких городах Украины ты была? Я была только в Киеве, к сожалению. Я хочу, мне скучно, я буду что-нибудь делать за столом. Ну что, Юлианочка спит? Не знаю. Нет, не Сергей. Моего папу зовут Дима. Дмитрий. Подождите. Ну да, по идее. В каких городах России я была? Я была... В Челябинске я была, в Москве. Я не помню, где я еще была. О, круто. Кто такая Юлиана? Это моя собака. Не запускается. Ой, ладно, прямо в камеру хочу. Мимо. Ладно, мне скучно. Ты навсегда в Украине? Ну, не знаю. Ну, точно не навсегда, но... На несколько лет. Можно так сказать. Ты не отвечаешь, я отвечаю. Что так поздно снимаешь? Потому что я недавно пришла из дома, и потому что я в такое время не сплю. Миш сидит на шпагате. Если да, то сядь. Спой песню, кажется. Кажется, колется там, где сердца нет. Сядь на шпагат. Как можно от меня получить сигнал, когда у меня... Ну, когда у меня будет 5000, 10, я объявлю конкурс. Когда будет 5, то я объявлю конкурс на 20 призовых мест. Я не знаю, как ровно, но сойдет. А когда у меня будет 10, то, скорее всего, не знаю, может, на 50. Но вряд ли. Мне не будет столько участников. Вау. Но на левой и на поперечной, то нет. Подождите, давайте я сяду вот так, и вы проверите, ровно или нет. Но, скорее всего, нет, подождите, сейчас вот так вот. Не очень. Ну ладно, сойдет. 18 человек. Он очень-очень-очень легкий. Нет. Упс, упала.